ответ, что в школьном саду ты с друзьями в 14 лет распевал на троих пятерых поначалу на газ, и эффект опьянения пугал. Бескорыстно друзья гоготали мне тебе, как потешно играл пьяновой. Сэкономив на завтраках и достреляв на фугас полурозового, нарочито небрежно и голос понизив убеждал продавщицу, что взрослый уже. В саду рестораном служило бревно, и граненый стакан назывался фужер. В понедельник с утра ты похмелья не знал, еще был молодой, организм полон сил. В туалете перемену большую, и жуя чернослив, чтобы запах отбил. С независимым видом гогоча и толкаясь, на четвертый урок в свой класс заходил. На четвертый урок вследный голубь отбрал неумелой рукой, а мобильный старый преподаватель со сломанный зубик и улыб пометал. Тебя пристыдил. Самый лучший портвей, что в школьном саду ты когда-то с друзьями делил. На Казанское кладбище кто, а кто не знал. Текилу, кто легла по мору, одним, а другим коньячком. А что, коньячку 50 граммчиков? Имею право.